Итак, я сказал, что его настоящая цель — Лоуден. И вот, посмотрите. Скрытое презрение. Чи брехали ви коли-небудь? Та чи обманювали вас? Переконані, що так. І, як правило, ніхто з нас навіть не помічає, якими жестами, мімікою супроводжується брехня. Та саме вони підсвідомо демонструють наші справжні почуття. Чи хочете ви навчитися розпізнавати неправду? Сьогодні ми запросили експерта, який допоможе нам розібратися з цим. Я хочу, чтобы вы меня выслушали. Я скажу это еще раз. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Ну что, здесь яркий пример лжи, когда человек говорит, и у него отличается текст от его мимики и от его действий. Самое главное, что здесь нужно обратить внимание. Дело в том, что здесь Билл Клинтон говорит... Несколько раз повторяется, что не было, никогда, ничего. Это частый прием, используемый лжецами для того, чтобы показать, что он точно не виноват. В данном случае он не называет, он хорошо ее знает. Он давно с ней работает, с Моникой Левински. Но он не говорит, у меня ничего не было с Моникой. Или хотя бы у меня ничего не было там с миссис Левински. Он говорит, у меня ничего не было с этой женщиной. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной. Вот он подчеркивает, как бы отстраняясь. И в этом вопросе как раз и есть яркий пример того, как люди лгут. Тож, якщо ви не хочете бути обманутими і вміти вивести вашого співрозмовника на чисту воду, то вам просто необхідно володіти найпростішими навичками розуміння жестикуляції. Чоловік, коли обманює, він любить, звичайно, дергається у нього рука. Він хоче прикрити рот. Обычно это, человек понимает, что это неправильный жест, он осознает, но все равно хочешь не хочешь, если человек правильно, внимательно смотрит, он понимает, что дернулась рука непроизвольно, как бы зачем она просто так дернулась. Человек может почесать нос, человек может поправить помаду, как бы убрать несуществующую крошку, поправить глаз, что-то воротник, хотя вроде бы все нормально, мочку уха. Человек поднялся, это сигнал. Також яскравим показником брехні є, так би мовити, закриті жести. Жести закриття, звісно ж. Зачастую, коли чоловік обманює, його підсудне «я» говорить про те, що цього робити не можна. Чоловік закривається, пози, руки складає, ноги і так далі. Та подобне чоловік хоче. Закривається якимись предметами, папками, жестами і так далі, тому подобне. Чоловік говорить речі такі, що він хоче відстранитися від цього. Він іноді робить жести, іноді... в своей речи использует эти моменты, как можно дальше отдалять от этого предмета. Вот ты делал это? Я не делал этого, ни того и так далее. Одна з невід'ємних частин в комплексі розпізнавання брехні також є міміка. Когда человек улыбается искренне, он улыбается полностью всем лицом. Когда человек обманывает, он улыбается одним ртом. Улыбка приводится что-то такое. Это неестественная улыбка, потому что глаза не улыбаются. Можно улыбнуться, заставить мышцы рта улыбнуться, когда вам не весело. Но нельзя заставить мышцы краешков глаз это сделать. Потому что эти маленькие морщинки, от которых так хочет избавиться девушки, они как раз дают искренность. Когда человек улыбается еще и глазами, а не только ртом, тогда это искренняя улыбка. А вот в профессийных сферах на одни жесты не покладаются. Для распознавания брехни используют поліграф. Прилад, що здатний одночасно реєструвати зміни декількох фізіологічних параметрів людини, коли вона відповідає на поставлені їй питання. Але і тут є свої особливості. Людям говорять, детектор лжи обмануть невозможно. Как бы вы ни хотели, то есть вселяет в человека обязательное знание о том, что он точно определит, прав ты или нет. И это серьезно влияет на качество. Обязательно, там нету вопросов каких-то пространных, обязательно есть да или нет. Та чи може така машина помилятися? Конечно же, может допустить. Я скажу так, что не детектор лжи может допустить ошибку, а люди, оценивающие его данные. Нужно понять, что сам по себе это оборудование, оно не говорит, человек врет, либо говорит правду. Оно показывает изменения. Тож сьогодні ми дізналися, як можливо за допомогою жестів відрізнити правду від брехні. Проте зробити остаточний висновок не може навіть машина.
Она напряжена. И жест характерный. Вот такой. Это что-нибудь значит? Да, когда он осознан, его значение ясно. Стоп. Она с кем-то ссорится. Да, иначе этот жест никто не делает.